Сегодня в меню – вишневые кули для торта. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Агар-агар – 8 грамм. Вишня замороженная – 300 грамм. Вода – 100 миллилитров. Сахар – 60 грамм. Вишневые кули для торта представляют собой измельченную желейную прослойку из томленных с сахаром ягод, замороженную после остывания в морозильной камере. Кули выкладывают в крем между коржей торта. Подготовьте указанные ингредиенты. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную, но без косточек. Можно приготовить кули из консервированной вишни без косточек. Вишню выложите в кастрюлю или казан, сотейник, влейте воду и всыпьте сахарный песок. Поместите емкость на плиту и доведите до кипения. Отварите примерно 10-12 минут. В вишневый компот всыпьте агар-агар и тщательно размешайте. Проварите все примерно 3 минуты. Выключите нагрев и слегка остудите. Помните, что агар-агар начинает застывать при 40 градусах. Перелейте всю массу в глубокую емкость и отпюрируйте ее погружным блендером. Застелите форму, в которой вы будете замораживать кули, пищевой пленкой, заходя на бортики. Влейте вишневую массу и поместите форму в морозильную камеру примерно на 1-2 часа. Спустя указанное время извлеките форму и отделите пленку от кули. Вишневые кули можно выкладывать в крем. Если планируете готовить торт чуть позже, то полностью оберните кули в пленку и храните его в морозильной камере. Красочные вишневые кули – идеальная пропитка и добавка для торта. Приготовить его проще простого, главное наличие необходимых ингредиентов. Помните, что кули нужно заморозить перед выкладыванием его в крем, иначе оно растает и разломится на части. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!